День поставщика прошел в Химках. Больше 40 производителей показали свою продукцию крупнейшему продавцу Подмосковья. Зачастую предприниматели просто не знают, как попасть на полку торговых гигантов. Сегодня закупщики рассказывают, что они хотят получить от производителей, как стать партнерами и каким требованиям должна отвечать продукция. На одной торговой сессии происходит знакомство с той логистикой поступления товара в крупную розничную сеть. Вот. А на больших торговых сессиях проходит заключение договоров. Эта встреча не последняя. Дальше производители покажут свою продукцию другим крупным розничным сетям. Если она заинтересует ритейлеров, то скоро появится на полках магазинов.